Поехали. У нас возникла проблема, да? Руль один, а водителей двое. Три водителя, почему двое? Я что, я просто как инструктор слежу. Кто рулить будет сегодня? Луна первый раз едет? С нами. Нет, один раз она ехала домой с нами. Но это было под принуждением. А сейчас добровольно. Она... Девочка, умничка, красавица, да, водитель? Так, подъехали в магазин. Сейчас возьмем попить. Ой, какие дядьки, да, чужие там дядьки? Да, дядьки. Никуша, расскажи о правилах, которые в машине есть. Только момент, когда разбирать машину надо, вот это не рассказывай, хорошо? Все остальное расскажи, как надо сидеть, как надо ездить. Где можно лазить, где нельзя лазить. Хорошо, моя девочка? Все. Да. Такой вот строй ей дай, чтобы она правильно себя вела. Она же еще пока с нами так как таково не каталась, да, моя девочка? Ты моя красавица. Луна. И ты тоже этот, как его? Нормально давай. Себя и веди. Мальчики, девочки, всем-всем большой-большой привет! Наступило время в рубрике для поздравления всех, у кого день рождения. И вот так мы сегодня куда-то направляемся. Сразу скажу, куда направляемся, зачем направляемся и почему туда едем. Вы увидите на основном канале этих наших маленьких любимых девочек. Ваших маленьких звездочек. Ну, в общем, на дворе 12 ноября, и наступило время поздравить Ольгу. Ольгу из Казахстана, из города Алтай. Так, а ну быстренько сели на место. За руль быстро обе. Да. Еще будет припираться она со мной. Нормально, садись, рули. Ты знаешь все правила, ты знаешь, как надо рулить. Ольга, поздравляем вас с днем вашего рождения и желаем вам счастья, здоровья, любви, богатства. Да, в вашем городе. Знаем ваш город немножечко, один раз даже чуть-чуть там был, я насколько понимаю. Это что такое? У вас, наверное, сейчас там не так жарко, как у нас. Поэтому вот эти лучики тепла, вот это солнечные лучики, лучики света. Примите от нас, пожалуйста, естественно, лучики любви из наших сердец. Ты их снимай, меня не надо, а то все говорят, зачем, говорят. Так, ты же поздравляешь. Да. А ну быстренько на место обе сели. А ты бы не добавил, если это бывший город Зыряновск, то мама Марина родом оттуда. Вот такой вам бонус, между прочим, да. Поэтому примите, пожалуйста, от нас вот эти теплые, любвеобильные поздравления. И маму Марину. Примите маму Марину. Если это бывший город Зыряновск. И еще у нас Анна Маргалюк сегодня родила давным-давно девочку и назвала ее прекрасным именем Верося. Верося, поздравляем. Поздравляем. И ваши вот эти юные-юные прелестные года. Я пожелаю вам, чтобы вы почувствовали, что такое настоящая любовь. На всю вашу жизнь, чтобы вам на пути вашем встретился суженый, который проведет с вами всю вашу жизнь. И также мы пожелаем вам здоровья, счастья, радости, любви. Да,
Да, и естественно, чтобы у вас был достаток осуществить все ваши желания, которые у вас есть в ваши юные годы. Перед вами еще вся ваша жизнь. Просто не говорю, сколько лет, хотя знаю, потому что про девочек не говорят, сколько им лет, потом они обижаются, там что-то еще рассказывают. Вот. А что касается дней, то у нас сегодня день такой, знаете, день творческих исполнений. Вот мы и поехали своим творчеством заниматься. Что нас впереди ждет? Я честно скажу, не знаю. Но я знаю, что должно получиться интересно и весело. Наши две девчонки с нами и выдвигаются. И, к сожалению, хотел вам показать какой-нибудь такой прикол. Знаете, это вот когда сидишь и вот так вот дышишь, и изо рта пар идет. Это у нас сегодня наступили холода, и все начинают выпускать этот пар изо рта. Вот. Ну, надеюсь, что у нас когда-нибудь здесь, может быть, и будет что-нибудь холодное. Ники, а ну быстренько сядь на место. Быстро! Или ты сейчас пойдешь пешком? Ты уже на... Это что такое? Ты уже набрала бонусы ходить пешком. Да. Сейчас вон за машиной пойдешь. В общем, мальчики, девочки, всем-всем прекраснейшего настроения. Всем, у кого сегодня день рождения, ну тогда вон туда повернись, камеру говори. Почему вы всегда мне придите? Иди сюда, я не пущу тебя. Ты в прошлый раз это... Всем-всем, у кого день рождения, поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья, радости, любви. Да-да, именно богатства, чтобы вы удовлетворили все ваши потребности и нужды. Всем-всем хорошего настроения, у кого сегодня именин, также с праздником вашего имени. И мы, наверное, мальчики и девочки, на этом пока прекратим снимать. И встретимся с вами уже в этой же рубрике уже завтра. Поэтому, мальчики и девочки, всем прекраснейшего настроения. Переходите на основной канал Ники. Там вы увидите, не прямо сейчас, сейчас вы, наверное, услышите поздравления, а чуть попозже, я думаю, увидите много приколов. Все, всем пока-пока, до завтра. Да? Все, всем пока, скажи. Все, Никусь, отбираю я у тебя водительское удостоверение и будешь ходить пешком, ясно? Теперь ты только пассажир. А Луночка, а тебе мы, наверное, дадим эти водительские удостоверения. Луна, интересно все, да? Все прям интересно. Очень интересно тебе все? Очень-очень, скажи, мне интересно, где она там. Никуся, посмотри сюда.